Всем привет, дорогие телезрители моего канала, с вами Рейд, и сегодня я вам расскажу, как же обмануть CSGO рулетку. Итак, поехали. Чтобы обмануть CSGO рулетку, вам понадобится рублей 100 и, к примеру, терпение, да, так скажем, терпение. Потому что нам нужно будет купить скины и не потихоньку так ставить, а купить скины и ждать, да. Потому что только через 7 дней будут доступны ставки. В чем же прикол? Вот эти скины, они стоят по 10 рублей. Мало. Этот 14, этот 10, где-то там. И в чем же прикол? Вам нужно будет найти ширпотреб такой же. Но. У него в продажах должно быть такой выступ. Вот, к примеру. Вот, выступ. То есть, смотрите, этот бизон, вот, он у меня будет стоить тут вот в рулетке, в любой, 1000 рублей или же 620, около этого. А на самом-то деле я его купил за 6 рублей. Теперь сами посмотрите. То есть подумайте, сколько можно поднять этим способом. Этим способом же можно поднять столько денег. Это вообще просто пипец. Так, я тут что-то попутал. Вот. То есть когда-то она стоила еще больше, наверное. Нет. Ну вот, видите, да, 1000 рублей. То есть оно будет стоить около 1000 рублей. Но не меньше 400. Не больше 1000 рублей. При ставке, когда будем ставить, оно будет считаться так. Вот. А вот может быть так, что в какой-то рулетке уже его испробовали, там раз 10 выиграли, потом его профиксили, так что там не получится. Я так думаю, вот в этой рулетке пока что вот эти вещи не профиксили. Я не знаю, я попробую. Вот, к примеру, радиоактивная опасность. Поношенная, она стоит 16 рублей, что ли, около 16 рублей. Так, а на самом-то деле 1700-1500 его цена. Но все равно даже вот минимум 203 рубля. Если все это поставить, давайте посчитаем по 1000 рублей. Каждый 1000, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 тысяч. Если все это поставим, мы можем поднять и простые скины, и дорогие скины тоже. Это очень хороший вариант. А больше никак обмануть нельзя. Не подкрутить себе и так далее. Ищите побольше скинов. Как же найти такие скины? Нажимайте сообщество, торговая площадка. Если эти не работают, вот закупайтесь побольше. Это что такое? Это нифига себе. Уберу вот эту и вот эту тоже. Я что-то вообще тут разошелся. Так, что же теперь делать будем? Вот, чтобы найти, нажимаем CSGO. Дальше выбираем, вот сюда нажимаем, дополнительные настройки поиска. После этого тут ничего не трогаем. Тут выбираем обычное, тут выбираем ширпотреб и нажимаем поиск. После того, как найдут вот эти вещи, не ищите вот тут. Нажимаем сперва цена. И идем где-то там подальше немножко. Еще дальше. Так, 8 примерно. А кстати, самый дорогой ширпотреб сколько стоит? Так, 609 рублей, понятно. Так. Значит, немножко вот сюда идем. Цвет лука. Сейчас посмотрим, сколько она стоит. Пример. Так, цвет лука. Вот эту нужно покупать по-любому вам. То есть, смотрите, кто-то его купил за 6000 рублей, и его цена будет 6000 рублей. Вы вложите всего лишь 221 рубль и сможете за 6000 протестировать где-нибудь. Или же вот джунгли. Сейчас посмотрим, может, не будет такой цены. Так. Нет, тут не будет. Смерч, вот может быть. Так.
Нет, тоже нет, не вариант. Так, назад. Вы сможете воспользоваться этими вещами, ну, не знаю, раз в 5 максимум в одной рулетке. Можете потом в другую пойти. Вот радиоактивная опасность. Тоже фигня. Нужно найти такие вещи, вот, которые мы сперва находили. Давайте пойдем подальше немножко. Так. Краса, примерно. Сколько она стоит? Тоже мало. Вот. Я вам рассказал, как можно найти вещи, как... И так далее. Вот джунгли сколько стоит? 22 рубля. А на самом деле... В рулетках может стоить 55. Это нет, это херня тоже. Ну, короче, заходим так и ищем разные вещи. Так. Я должен найти еще одну хотя бы. Вот это может быть бамбук. Вот, вот, вот. А нет, 93. Но все равно, к примеру, за 17 покупаете, 93 будет стоить. Но я вам показал пример, как... поставить. Сейчас в данный момент я не могу ничего поставить, я 20 тысяч проиграл, то есть вообще ноль у меня вещей, я закупился давно, вот не могу ставить. Можете посмотреть историю моих, мою историю игр. Вот моя история. Последний раз я проиграл, тут у меня шанс был, а нет, я не знаю, моя история, это моя история. Я не знаю, сколько... А, вот, 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 мои ставки. Вот эти ставил, еще что-то ставил. Тут я тоже проиграл достаточно. Тут я выиграл. Тут я тоже проиграл хорошо. Тут я тоже проиграл. Вот тут выиграл. 17% шансом вообще пиздато вот эти вещи. Вот все и проиграл. Тут я проиграл. У меня тоже шанс. Что-то мое, я не помню. Тут то ли ножик... Короче, я все проиграл, понимаете, я все проиграл. Я теперь не могу играть, теперь ждать нужно мне. И деньги нужны. Вот, кому не жалко, мой ссылка на Trade Offer будет в описании. Пожалуйста, дайте хотя бы кейсиков или что-то такое. Всем спасибо за просмотр. Ставим большие пальцы вверх. Подписываемся. Пока-пока.